Окунь – рыба семейства окуневых, тело окуня продолговатое, умеренно сжатое с боков, оно покрыто мелкой, плотно сидящей чешуей, чешуя имеется и на щеках, рот широкий, на костях ротовой полости имеется несколько рядов зубов. Окунь может достигать в длину до 40 см, а массой до 2 кг и более. Держится окунь у поросших кустами берегов на небольшом течении или в заливах, старицах, а также вблизи всевозможных сооружений, сваи, мосты, в русле реки. Его стайки можно встретить вблизи обрывистых берегов, где имеются закруженные места, редкая растительность как на берегу, так и в воде. Он избегает участков рек с быстрым течением, порогов, мелких песчаных или каменистых перекатов. В озерах он обитает вблизи водной растительности, иногда среди редких ее зарослей, на мелководье выходит редко. Несмотря на вкусное мясо, многие недолюбливают речного окуня из-за колючих лучей и шипов, а также из-за плотной чешуи, которую трудно очистить. В зимнюю пору окунь активно клюет лишь в первые несколько недель после установления льда, поскольку в этот период рыба еще не меняет стандартный ареал обитания. Со временем лед становится толще, и поэтому рыба уходит на глубину. В январе или феврале окуня приходится искать по всему водоему, но есть большая вероятность, что найти рыбное место все же удастся, ведь на большие расстояния окунь перемещаться все же не способен. Как правило, рыба прячется в руслах рек или возле затопленных оврагов. Низкая температура воды способствует тому, что окунь опускается на глубину, а выманить его оттуда задача не из легких, даже если в ход пойдут самые лучшие приманки. Для ловли окуня лучше использовать мормышку или отвесную блесну. Для этого вида рыб очень важно, чтобы приманка играла, поэтому рыбак должен обладать незаурядными навыками, чтобы рассчитывать на хороший улов окуня зимой.